На данный момент в мире существует два типа городов. Промышленно развитые города с развитой экономикой и плохой экологией. И экологически чистые города, где преобладает гармония и здоровье. Но нет работы и самореализации для жителей. Возможно ли объединить экологичность и комфортное проживание с развитой экономикой? Инэкан – грандиозный проект будущего, который сможет воплотить в жизнь мечту людей об идеальном образе жизни. К вашему вниманию, круговой город нового типа, в котором гармонично сочетается развитая промышленность и экологичность. Центральный сегмент – это парк, в нем отдыхают работники кластера. Второй сегмент – это кластер, индустриальная часть города, где работают, учатся, изобретают, творят и проводят исследования. Вековой дикий лес, который является третьим сегментом, служит фильтром для индустриальной и жилой части города. Четвертый и пятый сегменты – это жилые сектора, которые состоят из комфортабельных домов для семей работников. Шестой сегмент – это лесозаготовочная зона, в которой последовательно выращивают лес для строительства и промышленности. Один год – один сектор вырубки. И последний сегмент, на котором находятся сельскохозяйственные угодья и комфортабельные хутора для крестьян. Он способен прокормить весь город без экспорта продуктов извне. Город радиусом 55 километров, поделен на 12 секторов, позволяющих реализовать весь проект поэтапно. Сегменты соединены между собой автомагистралями и легким метро. Работник проводит в дороге только 15 минут. Город обеспечивает себя всем необходимым, безотходным производством. Инэкан. Возможная жизнь в невозможной реальности. Основные положения модели Инэкан разработаны русским ученым, академиком, доктором биологических наук Емельяновым Игорем Петровичем. Наша команда состоит из наследников авторских прав и инвесторов и готова предоставить курс лекций и создать обучающие центры. Программа курса рассчитана на министров инфраструктуры, глав городов и главных архитекторов и нацелена на обучение строительства городов будущего Инэкан.